Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 9 баллов, большие пробки, но все-таки я думаю, что мы начнем. Это чрезвычайно волнительный момент, в любом случае для меня, потому что я единственный, наверное, казанский человек, который не живет в Москве, и тем не менее все музыканты, которые сегодня со мной играют, кто писал эту пластинку, это такой звездный топовый состав Москвы, и не только. И мне это очень приятно и здорово, что так произошло. Немножко из истории создания пластинки. Пластинка называется Second Born, это двойник, второе рождение. Здесь очень много всяких смыслов заложено. То есть это и второй серьезный альбом наш с Андреем Левиным. Андрей Левин — человек, который записал и свел и предыдущую пластинку «Антигламур», и «Second Born». Здесь и во втором диске альбома, и как бы новое рождение песен «Битлз» в наших версиях, и новое рождение песен другого легендарного, но российского человека, это Виктор Цой. И его вещи сделаны в джазе симфоническим оркестром. Так что я думаю, первый и второй альбом достаточно сильно различаются, они разные, и поэтому двойник будет, мне кажется, интересен достаточно широкому слою общественности. Здесь сидит, я очень горд, что здесь сидит, он как серый кардинал, я не буду его вызывать на сцену, но здесь сидит человек, который, в принципе, родил это все, то есть он финансировал и фактически вот выпустил. То есть сопродюсер, получается, человек главный, который нашел на это все дело деньги, чтобы позвать симфонический оркестр, чтобы записать пластинку на Мосфильме. Его зовут Айдар Гузаиров. Айдар, давай. Чтобы вы знали. Огромное спасибо также Максу Дубкову, человек, который как эстафету передал, так сказать, знамя Айдару. И Айдар подключился очень сильно, ему понравилась идея нового рождения песен «Битлз» и «Цоя». Вот. Это все очень здорово и приятно. И для меня очень волнительно сегодня играть здесь, в клубе, который носит название «Клуб Козлова». Я, пожалуй, приглашу музыкантов на сцену. Антон Давидяс. Так вот просто, без лишних представлений. Азат Баязитов, Александр Папий и Александр Кульков. И первая вещь, которую мы исполним, называется Turkish Song, тюркская песня. По причине, так сказать, того, что много людей участвует в проекте, я не смог позвать великую, замечательную певицу из Тулы, Сайлы Камнун, которая тоже солирует в этом треке, но она у нас есть на макбуке. Так что мы сегодня будем совмещать. Остальные все, слава богу, здесь, и первая вещь — Turkish Song. Thank you.
Спасибо огромное. Я все-таки думаю, что будет справедливо и правильно, если человек, который записал вместе со мной, фактически родил эту пластинку, это великолепный мастер записи музыки и сведения, это Андрей Левин. Он сейчас в зале. И я считаю, что он, мне кажется, должен выйти, и вы ему должны поаплодировать. Потому что альбом, ну, в смысле звука получился очень и очень. Андрюша, где ты? Добрый вечер всем, кто пришел сегодня. Ну, я говорить особо не привык, привык говорить звуками больше. Ну, что я могу сказать? Очень приятно, что у нас в стране выпускаются такие еще альбомы двойные с живой музыкой, с симфоническим оркестром, что на это находятся деньги, и что мы смогли все-таки реализовать этот проект. Считаю, что Андрей и все ребята профессиональные музыканты, и музыка очень достойная. Надеюсь, вы все приобретете этот диск, послушаете. Я считаю, очень удачно получилось у нас работа. Спасибо. Прозвучали слова про «находятся деньги» и «симфонический оркестр». Поэтому я думаю, что стоит еще раз поблагодарить великолепную фирму казанскую, она, в общем, не только казанского, но и российского масштаба, ICL. И люди не пугаются вкладывать деньги, казалось бы, вот вещи, которые не принесут, может быть, мгновенной прибыли, мгновенного дохода. Тем не менее, вот эта пластинка появилась благодаря им. Еще раз спасибо огромное ICL, спасибо огромное Андрею Левину. И второй трек на альбоме. Я давно хотел что-то написать для Антона Давидянца. Я вот думал, вряд ли, конечно, сложно. Сложно этого человека удивить чем-то, но тем не менее трек, который родился вот под номером 2, он называется «Lullaby for ND». Колыбельная для Антона Давидянца. Видимо, только под такую музыку настоящий басист, мегаинфернальный такой, каким является Антоша, может засыпать. Thank you.
Спасибо огромное. Антон Давидян, посвящение ему. Азат Бейзитов. Александр Попий. Александр Гульков. Такой компании, ну, не знаю. Я просто, честно говоря, кайфую. И кайфовал, когда пластинку писали. И сейчас, когда это уже выпущено. Спасибо. Вы, кстати, замечательная публика. Хорошо очень. Комфортно с вами. И сейчас третий трек будет сольный. Сольный трек, посвящение отцу.
Спасибо огромное. Здесь замечательный район, хороший звук, и для меня большая честь еще раз была играть в этом клубе. На пластинке представлены также композиции молодого, очень талантливого, я считаю, будущее нашего российского джаза, наверное, за такими людьми, как Азат Баязитов. Вот он, собственно говоря, зашел. У нас сегодня прям бас-дэй какой-то. На самом деле у нас три басиста участвуют в этой пластинке, и все три представлены сегодня здесь. Это Антон Давидянс, который вот играл в начале. Это Сергей Корчагин, великолепный контрабасист, чудесный совершенно музыкант и человек. Я очень горд тем, что на пластинке азатовские вещи писал Сережа. И впереди у нас Виктор Цой в джазе, и там Антон Горбунов. Так что будет интересно. Итак, сейчас прозвучат вещи Азата, Old Gamlastan, посвящение городу Стокгольму. Наш юный герой был в Швеции, и ему настолько понравился город, и он настолько был впечатлен старой частью города, что вот он решил посвятить песню городу Стокгольму, а дальше его же вещь Follow the Sun. Кстати, каким-то странным образом Азат был записан в рекламном, так сказать, проспекте здесь на сайте клуба Козлова как Азиз Баязитов. Так что вот теперь он Азиз.
Thank you.
Thank you.
наш бэнд, это Азат Баязитов, его вещь сейчас прозвучала, это Сергей Корчагин, Александр Кульков, Александр Попиевич. Меня зовут Андрей Рыбак, единственный казахский человек фактически на этой сцене. Мы закончили первое отделение, спасибо огромное. Я надеюсь, что диски сейчас уже прибудут из аэропорта. Их вот должны были сегодня прислать курьером в количестве 100 экземпляров. Спасибо огромное. Вы... Thank you.
спасибо огромное. Она там в варианте, так сказать, в квартете записана, но просто по техническим соображениям я ее сыграл один. Сейчас будет музыка Азата. The King of Legend, король легенд, посвящается Рэю Брэдбери, вещь, настоящий хардбоп, Азат Баязитов, Сергей Корчагин, Александр Кульков, Александр Попий, мега-музыканты, я счастлив быть с вами и с ними сегодня здесь, в легендарном клубе. А впереди еще очень много интересного. Thank you.
дорогие друзья, с чистым джазом, наверное, покончено. Во всяком случае, в этом отделении. И сейчас будет Виктор Цой в джазе с симфоническим оркестром, с замечательной вокалисткой, юной и очень одаренной Юлией Хусаиновой. Казань я потеряла, она сейчас учится здесь. Но другое дело то, что ей лучше гораздо. И слава Богу, что так. Так, сейчас пока вот мега-монстр бас-гитары Антон Горбунов настраивается, примеривается. Мы сейчас тоже фактически уже настроились, и сейчас будет звезда по имени Солнце.
Спасибо огромное. Надеюсь, Витя с нами сейчас, он не обидится, потому что основным побудительным моментом было обратиться к его творчеству не то, что мы там захотели примазаться, как-то прославиться или еще что-то, а просто полюбили эту музыку и решили немножко в другом варианте это сделать. А сейчас на сцену приглашается человек-оркестр, замечательный, я считаю, просто потрясающий клавишник, пианист, музыкант. Он как-то очень тепло откликнулся. Он не просто сегодня человек-оркестр, он еще и полноценный солист, потому что не может быть один пианист вечером, все время вечер, так сказать, весь вечер на сцене. И я очень рад, что Дима сегодня поддержал нас. Дмитрий Лугин. Песня называется «Когда твоя девушка больна». Вспоминает здоровая девушка. Thank you.
Спасибо огромное. Вы замечательный публик. Дима, спасибо огромное. Спасибо Саше Куликов. Спасибо Антон Гармонов, Юля. И я думаю, что презентация фактически состоялась, завершена. И теперь вот ждем, собственно говоря, альбомы. И спасибо огромное еще раз клубу. Спасибо Райку огромное за то, что поддержал идею проведения здесь презентации. Для меня это большая честь здесь презентовать первый раз пластинку. Сразу первый концерт и сразу презентация пластинки. Спасибо огромное, вы самая лучшая публика.